În interiorul PSRM se știa de câteva luni despre faptul că Igor Dodon va renunța la mandatul de deputat, cât despre decizia acestuia de a pleca din fruntea Partidului Socialiștilor, decizia finală urma să fie luată la ședința Congresului Formațiunii din 18 decembrie. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii În centrul atenției de fostul deputat Adrian Lebedinski, care urma să ocupe fotoliul de parlamentar în locul lui Dodon. Он понял, что они не хотят его слушать. Просто, ну, знаете, у меня такое впечатление, что как в детском саду. Давайте посмотрим, что будет на съезде. Угу. Примет ли съезд эти изменения в уставе? Не примет. То есть вы допускаете возможность, что господин Дадон останется на посту председателя партии социалистов? Ну, я не вижу абсолютно никаких оснований для того, чтобы он уходил. Alții invitați în emisiune, analiștii politici Cornel Ciurea și Ian Lisnevski, cred că la baza deciziilor lui Igor Dodon ar fi alte motive. Я вижу две причины основные. Одна, скажем так, внутренняя, которая касается и лично господина Дадона, а другая, конечно же, геополитическая. Из него создали врага, причем было много компромата, и в принципе многие из этих ударов достигли цели. Но с другой стороны, понятно, почему это они делают, так как пытаются полностью мобилизовать левый фланг. 90% того, что к этому блоку присоединятся и другие политические формирования или политические лидеры. И уже где-то к весне мы увидим ребрендинг, да, партии социалистов. Igor Dodon a anunțat luni că renunță la mandatul de deputat și va rămâne la cârma PSRM până în 18 decembrie, când va avea loc congresul politic al formațiunii. Totodată, el a anunțat că va conduce Uniunea Moldorusă a Antreprenorilor.